Хочу представить вам Оксану. Оксана, рассказывайте, что это вы нам передаете. Из города Москвы, школа номер 878, дошкольный корм «Дельфиненок». Наши воспитанники собрали для наших четвероногих друзей немножко корма, подарок, медикаменты. Старались, как могли. Очень переживали, очень хотят поделиться с ними. Ну и немножко ветоши разной. Одеяло, матрасики, да, тут да, еще. Да. Спасибо вам большое, Оксана. Чтобы хорошо было, тепло, накормлены. Спасибо вам, вашему коллективу и деткам. Малыши маленькие, сейчас отсутствуют, да, маленькие все они. Ну и общаться-то с ними сегодня не рекомендуется, да, особо. Ну, спасибо большое их родителям за то, что они прививают любовь к животным с такого раннего возраста. А деткам по сколько лет? С 3 до 7. С 3 до 7 лет, вот. Они собрали вот такие посылки, нам подарки. Спасибо. Уезжаю из детского садика, вот полная машина всяких вкусняшек, одеял, корм, там, ну, увидите, потом всегда вернусь. А вот Оксана пришла попрощаться. Счастливо вам добраться. Спасибо. Всем привет. Спасибо большое. Дошкольники провели акцию. Вот школа номер 878, дошкольный корпус «Дельфиненок». Четвероногим друзьям. Персонал фактически детского садика провели вот акцию, собрали посылки.